Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», где о своих мечтах рассказали ребята со всей страны. У нас тут вот двое детишек из Карачаева Черкесии вот, и одна девочка Ольга из Луганской Народной Республики. Вот мне понравилось пожелание Матвея из Карачаева Черкесии, который мечтает о подарке-сюрпризе. Вот теперь будем думать. Вообще, я считаю, что это классная традиция в канун Нового года. И уже несколько лет. И самое главное, это начало было здесь, в Кремле, а потом во всех регионах.